Шамаилюль Мухаммадия, история пророка Мухаммада, написал имам Ат-Тирмизи. Бабу маджаа фи сифати шурби Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Глава о том, что сказано о качестве питья пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Именно как пророк Мухаммад пил. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. Со слов сподвижника Абдуллах ибн Аббас передается, что посланник Аллаха, мир ему, пил воду замзам стоя. Пил воду замзам не сидя, стоя. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن جعفر عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. Один сподвижник говорит: я видел, как посланник Аллаха, мир ему, صلى الله عليه وسلم, пил воду и стоя, и сидя. Я видел, как посланник Аллаха пил что? Воду. А именно вот каким образом? Как? И стоя, говорит, и сидя. В объяснении мы обращаемся: «Ай каиман калилан, ва каидан касиран, ва галиба» сказано. Стоя посланник Аллах очень мало пил, но в основном он пил как сидя.